известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Всеслав Маркович, добрый день. Я сегодня хотел бы вам задать такой вопрос. Что такое корысть? И чем корысть отличается от эгоизма? Добрый день, Велиний. Постараюсь ответить на твой вопрос о корысти достаточно коротко, но основательно. Дело в том, что корысть – это очень интересный и сложный космический инструмент. И он неспроста даден человечеству, потому что корыстью обладают практически все люди на Земле. Так или иначе, в той или другой степени. Но корысть есть у всех, практически у всех людей. Недаром Христос однажды сказал, кто без греха, да, киньте первым камень. Вы поймите. Потому что вот это вот состояние корысти, оно как бы с молоком матери почти у всех впитано. Что из себя представляет корысть? Лично я вот разбиваю корысть, как бы разделяю, да, на несколько составляющих, что ли. Вот есть элементарная корысть. Какая? Баш на баш, я говорю. То есть я тебе, а ты мне. Просто так, да, даже прыщ не вскочит. Обязательно что-то я тебе даю, а что ты даешь ты мне. То есть чистый энергетический обмен, да. Ну, в общем-то, это трудно назвать как бы, ну, совершенной корыстью. Это самая-самая первая планка. Ну, как бы, ну какая корысть? Ну, он же просто совершает обмен. Но это тоже корысть. Это ж не просто так, да, а обязательно за что-то. То есть человек, давая что-то, делая что-то, ожидает обязательно за это какое-то вознаграждение. Вот. Или же ему что-то дают, он понимает, что от него сейчас что-то тоже потребуется. В любом случае, это вот первый уровень корысти. И в нем пребывает почти все человечество. Да? Кстати, на основании именно корысти и карма-то существует, потому что она именно от этого отталкивается, и тут возникают разные человеческие отношения, которые приводят потом к нарушениям и к разным распрям кармическим, то есть судьбоносным действиям, поступкам ну и так далее. Так вот, Следующий уровень корысти, это когда человек уже ведет себя иначе. Он хочет сорвать куш. Он хочет дать меньше, а получить больше. Ну вот смотрите, допустим, к примеру, какая-то фирма выпускает сотовые телефоны, изготавливает их, заказывает в Китае. Там стоимость этих телефонов стоит... Вот телефон, да, по себестоимости 1, 2, ну 3, ну 5 долларов максимум. Здесь же их, там в России, в Украине, ну где угодно, продают уже за сотни долларов. Сотни, понимаете? То есть это какой, извините, навар, огромнейший, сумасшедший просто, ни за что, просто так, практически. За то, что они первыми до этого догадались, говорится. То есть это грабительство, естественно. Что получается? Получается, что практически весь бизнес на Земле устроен именно на основании вот этого второго уровня корысти. И, кстати, это на Земле общепринято нормальным явлением. Что вы должны зарабатывать? Да это не заработок, это же грабеж, вы поймите, это не бизнес. Это уничтожение людей. Просто уничтожение, присвоение их кошельков, так сказать. Тихое, мирное и якобы законодательное. Ну ладно, не хочу сейчас ничего об этом говорить. Но получается, что я даю меньше, но беру больше. Что в этом случае человек получает? Естественно, что лишние какие-то деньги, лишнее время, лишние возможности, лишние доступы и так далее и тому подобное. Что он на это делает? Он на это еще что-то делает и обменивается.
и старается еще больше заработать. И в конечном итоге он живет как мыльный пузырь вот в этом излишестве. У него все это лишнее, лишнее, лишнее. А что такое лишнее? Лишнее — это значит неосвоено. А что такое неосвоено? Это значит рыхлое. Это значит не принадлежащее этому человеку, или этому государству, или этому обществу, или этой фирме. И со временем кармический пузырь раздувается, и обязательно будет какой-то взрыв. Ну вот смотрите, ну взрыв не в прямом смысле слова, понимаете. Я имею в виду, ну скажем, там политический или экономический кризис, финансовый кризис, там, ну и так далее и тому подобное. То есть на планете возникают периодически вот такие подобные явления только благодаря вот этой корысти второго уровня. Благодаря вот таким доброкачественным, в кавычках, бизнесменам, понимаете? Я уж не говорю о том, что, а это, естественно, обязательно существует и идет в ногу с такими бизнесменами корыстными второго уровня. А их наказывает, их судьба наказывает, их карма достает, они и болеют, и теряют родственников. И вообще, вот вы заметьте, кто в серьезном бизнесе и с хорошими деньгами имеет дело, у него обязательно куча проблем, начиная со здоровья, заканчивая фиг знает чем, понимаете? Почему? Потому что там сплошное лишнее. Лишнее, понимаете? Лишнее. Вот оно-то обязательно приводит к проблемам. Если брать бизнес и говорить, что он не должен вообще ничего зарабатывать, то так тоже, конечно, жить нельзя. Но бизнес должен что-то зарабатывать. Ну что? Ну 10%, да. 10%, да, это нормальный заработок. Это максимально, что он должен зарабатывать. Но не 1000%, понимаете? Не 1000. 10% это как раз на жизнь этому человеку. И вот когда человек зарабатывает на свою жизнь, изготовить товары еще на свою жизнь, на определенную, может, даже жизнь. Одному это нужно чуть-чуть, а другому, может, киностудию содержать, чтобы фильмы хорошие и полезные снимать для человечества. Так вот, здесь уже судьба сама видит, разбирается, да, кому сколько нужно зарабатывать, сколько оправдания есть у человека. Так вот, если человек зарабатывает на жизнь, неважно, на еду, на одежду или же на киностудию для человечества, то тогда это трудно назвать уже корыстью, вы понимаете, да? Ну, конечно, это тоже своеобразная корысть, но человек, во всяком случае, старается не брать ничего лишнего, хотя бы, ну, вот, показывает это вот в своем отношении ко всем, да, людям на земле. Поэтому его трудно назвать корыстным. Ну, он же хочет покушать, он хочет одеться, да, ну, это же нормальное, естественное состояние. И, в общем-то, действительно, а он хочет пускать фильмы, да, а это стоит миллионы долларов, да. Поэтому, ну, трудно назвать корыстным. Вот такие люди, да, вот такие люди, которые получают эти 10% и пользуются популярностью, получают их в больших количествах и употребляют там только на жизнь или вот на какие-то дела свои, да, которые тоже идут к людям потом, то вот их уже условно корыстными можно назвать. Но все-таки они уже больше что гармонично корыстны. Гармонично корыстны. То есть они уже живут в своеобразной опять нише первого уровня. То есть ты мне, а я тебе, понимаете? То есть ты мне даешь возможность жить, а я даю тебе возможность духовно развиваться, допустим, фильмы снимаю, да? Ну и так далее. То есть это получается большой уровень, да, доходов, там чего угодно, но он на первый уровень корысти опять тянет. И такие люди, единицы их, да, не так уж и много. И вот такие люди, они, в принципе, и держат эту цивилизацию. Если бы их не было, Земля уже давно вообще рухнула. Вообще бы все уже развалилось. Вот такие вот люди как раз и ценны, да, тем, что они на Земле существуют. И слава Богу, что они есть, и должно их быть больше. А корысть третьего уровня, то есть еще выше, да, еще выше, это что? Отдай мне, а я тебе ничего не дам. То есть отдай мне — это что? Отнятие, обманы. Я вот должен получить, и никто не должен у меня ничего взять. Вообще не втащить, не дотронуться. А я только пообещаю, может быть, понимаете? Это абсолютная корысть, это вот третий уровень. Естественно, такие люди,
уже преследуются конкретно и законодательствами стран, да, и войнами разными, и человеческими проклятиями, как говорится. То есть, ну, такие люди обязательно кармически будут наказаны, как говорится. Не в этой жизни, так в следующей, так корысть вообще несусветная, понимаете, да? И там идут возвратные удары просто бешеные. Я думаю, не стоит их даже рассматривать, потому что вы все исторически, кто меня сейчас слушает, да, смотрит эту передачу, исторически знакомы с подобными возвратными ударами, которые получали люди суперкорыстные вот такие. То есть отнять и ничего не дать вообще за то, что отнял. Но есть еще осознанная корысть. Есть такое понятие, как осознанная корысть. Что она из себя представляет? Осознанная корысть – это когда человек внутри абсолютно спокоен, он не потирает ручки, чтобы что-то заработать или отнять, он не хочет кого-то обмануть, да, или баш на баш сделать, а он просто специально проявляет корысть для того, чтобы непутевого, недалекого человека обмануть или наказать этим обманом, что вот ты дурак, вот поэтому ты мне и отдашь. То есть он специально, этот человек, осознанно корыстный, делает это. Что он делает? Он очищает вокруг себя среду. Он внутри спокоен. Ему на самом деле начхать на эти прибыли, на то, что он там заработал или отнял. Ему вообще это, ну, без разницы, понимаете? По нулю, как говорится, в отношениях. Но он тем самым чистит среду вокруг себя. Он отнимает, да, у тех, у кого плохо лежит, чтобы те почесали потом все-таки затылок через трудности своей жизни, когда у них отняли, да, что-то. И вдруг поняли себя и осознали, и стали умнее, понимаете? То есть чистит вокруг среду человек. Конечно, кто-то озлобится, но потом получит шишки по голове, да, озлобится, что у него отняли, но шишки по голове, и опять почистится. И все равно придет к осознанности, и к доброте, и к бескорыстию даже, да? Вот. А есть люди еще корыстные, которые даже вот на этом третьем уровне отнять что-то, но не осознанно корыстные, а просто корыстные. Вот дико аж трясутся, но первородно корыстные. Это вот из разряда тех, которые еще кармически даже не осознали, что они корыстные. То есть их даже не за что карме наказывать. Они даже не понимают, что они корыстные. Что они хотят все отнять и забрать, и, ну, потирают ручки, плюют на них, да, вот так вот, и побольше, побольше. И, а зачем даже, и порой им трудно ответить. Это вот первородно корыстные, те, которые еще в закрытой карме. Их не накажут даже. Когда они впервые, у них в голове проклюнется, что они творят, вдруг они со стороны увидят себя, что они корыстны, вот тогда начнутся кармические наказания. А пока их не трогает. И так может не трогать очень много рождений на Земле. То есть перерождение имеется в виду кармически. Вот. Вот так бы я ответил насчет корысти. А чем она отличается от эгоизма? Ну, давайте подумаем. Что такое эгоизм? Это эго, да? Эго – это какая-то сущность, да? Которая только на себя и работает. Это центр какой-то, да? Который к себе что-то притягивает. Эгоизм и корысть – это все-таки разные понятия. Я сейчас не буду сильно разбирать эгоизм, но скажу, чем отличается от корысти. Корысть, вернее, корыстный человек, он может быть даже не эгоистом, а он просто, знаете, он балдеет в этой корысти. Ему нравится именно так жить, понимаете? А эгоист – это обычно человек, который хочет, чтобы постоянно на него кто-то или что-то обращало внимание, понимаете? То есть это центр всего, это эгоизм, то есть я первый, я главный, я отнимающий, допустим. То есть эгоизм может быть, корыстный человек может быть эгоистом, а может не эгоистом быть. То есть эгоизм – это отдельное качество человеческой души, понимаете? Эгоист – это вот такое вот, бывает и не липовое, но выпячивание себя, лидерское такое, понимаете? То есть человек в эгоистических таких вот поворотах жизни, да, он живет эгоистом, то есть вот все ему и только на него, и только для него, понимаете? Все-таки это разные совершенно концентрации человеческого развития, и сейчас я не намерен глубоко внедряться по пояснению эгоизма, это может как-то в отдельной передаче можно посмотреть. А сейчас я постарался ответить на
на главную часть вопроса веления, что такое корысть. И я думаю, что мне удалось это сделать. Конечно, коротко, но удалось. Вот интересно было бы узнать, в состоянии корысти человек больше теряет или же приобретает? И вообще, можно ли назвать желание человека жить и жить хорошо корыстным? Желание человека жить хорошо можно ли назвать корыстным? Я, пожалуй, буду отвечать вот на эту часть вопроса, потому что на первую часть вопроса я почти уже ответил. Вот. Ну, сам посуди, Велиний, да? Если человек хочет жить хорошо, то что значит хорошо? Хорошо – это значит, может иметь для одного человека, да, допустим, что такое хорошо? Иметь хороший или там средний автомобиль, иметь среднюю квартиру или там домик, да, в деревне, а может и в городе. Иметь там возможность одеваться, отдыхать, там семью снабжать и кормить, и обувать, и одевать, говорится, образование детишкам давать, ну и так далее и тому подобное. А для другого, уже большие какие-то проспекты, жить в замке, хорошо, да, еще чего-то, еще третье, десятое. Поэтому вот жить хорошо – это безразмерное понятие. Понимаешь, да, Велиний? То есть жить хорошо – это абсолютно, ну как в сказке о золотой рыбке, да, которая хвостиком в конце по Пушкину, да, махнула и все, уплыла и... Снова старуха у разбитого корыта. То есть это бесконечная возможность желать жить лучше. Поэтому что, вот хорошо – это, конечно же, вот, как бы очень такое пространное понятие. Я думаю, ты сейчас заулыбался и понял. Вот. Значит, тогда здесь немножечко, может быть, по-другому надо перефразировать вот эту часть вопроса. Не в смысле хорошо, а достойно жить. Вот разные понятия – хорошо и достойно. Что такое хорошо, это бесконечно, да, это можно упереться в разбитое корыто. А что такое достойно? Достойно – это значит, насколько ты значим как социальная единица для людей, для среды, где ты живешь, насколько ты дал людям что-то, да, насколько ты сделал что-то в этом мире. И вот здесь я как раз хочу кое-что пояснить, еще дополнить ответ на первый вопрос, который был вот мной сейчас вот отвечен, да. Есть еще один уровень корысти, так называемый, но это, я бы сказал, даже не корысть, а бескорыстие. То есть это отсутствие корысти. Отсутствие корысти – это тоже уровень корысти. Бескорыстный человек, другими словами говорят. То есть что такое бескорыстный? Это тот человек, который делает что-то хорошее людям, не дожидаясь ничего взамен. Вот не дожидаясь ничего взамен. И когда он ничего не дожидается, он получает обязательно что-то, но не ожидает этого. И даже если он не получит здесь, он получит в другом месте. Он живет расслабленно, он направо и налево все время делает все бесплатно, говорится. Бескорыстно, понимаете, да? Абсолютно. Вот, допустим, 25 лет подряд я везде бескорыстно раздаю знания. И сегодня, что бы я ни открыл, какую книжку, в интернете какую-то страницу, с кем-то разговариваешь по телефону или живьем, да, переписываешься в соцсетях, везде вдруг мои фразы мелькают. И вот недавно мне соседка спустилась, армянка, да, и говорит, а ты что, говорит, известнее Путина, что ли, что ты тут вот такой весь, повезло нам с соседом, говорит. А я говорю, не знаю, может быть и известнее. Она... Я вообще-то врач-психотерапевт. То есть она подумала, что я дубоватый, и так вот вдруг сказал. Да дело в том, что Путин известный человек везде. Но он известный в каком смысле? Как политик, его знают и так далее. А я известный знаниями своими. Голливуд снял сколько фильмов, да? Сколько книг написано, фильмы целые выходят. Я стихотворение написал на расстоянии молитвы, тут же фильм выходит. На расстоянии любви. Да сколько сейчас соловских фраз, моих личных изучений, да, представлений, что первый оказывается значит, мужчина у женщины, он потом влияет на все потомство. Господи, это еще 15-20 лет назад я это объяснял все. Столько у меня всего. Я не стеснялся, я раздавал все, и матрицу, и все что угодно. И поэтому, когда эта соседка мне сказала,
типа того, что ты известнее. Я так почитал затылок про себя и говорю, ну да, может быть, и известнее. Потому что я в каждом человеке, в том числе и в этой армянке, понимаете? Ну, я не виноват, что она армянка, поэтому так я называю. Я люблю все национальности, как говорится. Но она действительно армянка. Так вот, если она посмотрит эту передачу, пускай она, может быть, почешет тоже затылок и поймет, что я прав. А если она не поймет, что я прав, ну, туда и дорога, как говорится. Так вот, смотрите, что получается. Получается интересная такая штука, что бескорыстно давать, это получается отапливать улицу. И когда человек отапливает улицу, он обязательно потом получает дивиденды. Вы скажете, а какие дивиденды получаешь ты? Я отвечаю, очень простые. Я просто сижу у себя в квартире, да, или в доме, неважно, где я живу, и думаю, а все, что я думаю, в мире происходит. Почему? Потому что все люди в мире сотканы из моих фраз, из моего мышления. Вот так. Вот вам и бескорыстность полная. Вы скажете, ну да, тогда получается ты суперкорыстный. Нет, я не суперкорыстный. Я ведь честно отдаю и отдавал, и буду отдавать знания. Но я пришел для того, чтобы, да, перевернуть всю землю, как говорится, с головы на ноги поставить ее, чтобы она стала другая, нормальная, человеческая. Поэтому я, отдавая знания, отапливал улицу. И температура на улице станет моей, в том числе, как видите, и климат на земле становится моим, который я и пожелал в свое время. То есть, другими словами, это бескорыстие. И самое интересное, что помогать прежде всего бескорыстно нужно, невзирая на личность. Как? Неважно, в плохом состоянии человек или в хорошем. Всем раздаю я знания. Всем одинаково, абсолютно. А вот злый день, черный человек, вот одна из моих соседок тоже, да, она бежит помогать тому, у кого дом сгорел. Она бежит помогать тому, у кого какие-то проблемы. Понимаете? Вот она знает, что делает, потому что тот человек, когда он в проблеме, дом сгорел или что-то, проблемы какие-то, вот она поможет. Она пробоину делает, и всю жизнь человек будет вынужден давать ей энергетические дивиденды. Вот она корыстна. Вот это злый день. И он обязательно будет наказан, понимаете? А у меня никакой корысти нет. Я все вам раздаю, пожалуйста, бесплатно. Но это не сыр в мышеловке. Мы с вами меняем этот мир. Вот интересно было бы узнать, а если человек хочет любить и быть любимым или любимой, вот можно ли его назвать корыстным? Дело в том, что тут совершенно разные подходы. Одно дело любить, другое дело быть любимым. Вот если человек желает быть любимым, то это в любом случае всегда есть корысть. Почему? Потому что, во-первых, это самолюбование. Это всегда наслаждение, причем индивидуальное. Да? То есть не кому-то для всех, а для себя. Даже если кажется, что для всех, на самом деле все равно прежде всего для себя. Потому что человек, любой человек, ограничен всеми чувствами только в границах своего физического тела. То есть он не Бог, да? Поэтому он всегда корыстен, что бы он ни творил практически. Но за некоторыми исключениями. Итак, значит, получается, если человек желает быть любимым, да, то он корыстен в любом случае. Потому что конкретный человек должен его любить. Конкретный предмет, конкретное общество, страна там, ну и так далее и тому подобное. Другое дело, что если человек хочет любить, он лично хочет любить. И вот здесь перед ним открывается панорама вплоть до божественной любви, до всея любви. То есть он прежде всего что? Должен научиться любить. А он желает любить, а следовательно он, естественно, прежде всего желает научиться любить. Но это невозможно поставить в ранг и на уровень корысти. Когда человек хочет научиться любить, он не корыстен, он божественен. И поэтому его нельзя осуждать даже здесь. Вообще, если человек научился любить, а любовь – это навык души, я уже говорил в телевизионной передаче «Любовь», она так и называется, посмотрите, кто не видел ее. Так вот, если человек научился любить, а это навык души, да, любовь, он может переносить эту любовь куда угодно, на любой объект.
Ну, конечно же, научившись любить и корыстно желая только любить вот это и больше ничего, конечно, он может впасть и в корысть, может. Но вот сам навык, когда он приобретает, то есть хочет любить и учится любить, здесь корысти никакой нет. Дальше, получивший навык, да, я согласен, да, он может проявлять себя все-таки проявлять корыстно. Значит, получается, одно дело быть любимым, да, это корыстно, а другое дело любить. И первая часть – научиться любить абсолютно не корыстно ни для кого. Ну, а вторая часть, когда уже человек научился любить, навык души такой приобрел и пытается его реализовывать, вот здесь у него уже поле деятельности огромное. Он может любить весь мир, как говорил Христос, да? А может любить только часть какого-то мира. А все, что разделяется, это от лукавого, да? Это невежество. Все, что объединяется, это вежество. То есть это божественно. Значит, получается, если человек будет любить какой-то один объект или часть своей души, часть сознания вокруг себя, часть людей там и так далее, то он уже невежественен. Но если он будет любить все и всея, то это божественное стремление любить. И это уже не корыстно. Вот так бы я ответил на этот вопрос. К чему приходит в результате человек, если он постоянно проявляет корысть? Вот что происходит в его жизни? Что ожидает человека, когда он находится в корысти, да еще и постоянно, да? Ну, Велини, во-первых, в первой части, в самом первом, вернее, вопросе, в твоем я отвечал на него, и там уже многое сказано. Ну, что происходит? Хорошего ничего не ожидать невозможно. То есть обязательно будут возвратные удары, потому что человек хочет либо отнять, да, и ничего не дать, либо он баш на баш, как минимум, здесь он тоже будет наказан за какие-то отношения лично, уже не за сам баш на баш, а за отношение к этому действию, деянию. Вот. Или же он хочет больше взять, но меньше отдать. Ну, вы же понимаете, да, все, кто меня сейчас видит и слушает, и соображает немножко головой своей, что обязательно будут возвратные удары. Не в этой жизни, так в следующей. Велинит, ну, я думаю, что ты сейчас уже задал вопрос, узревший у себя в жизни какие-то корыстные нотки, как у всех они есть, естественно, и у тебя также, я понимаю тебя. Разберись с этим. Разберись и пойми, что может ожидать человек. То есть, как лучше жить. Чем больше получается человек корыстен, тем дальше он от Бога. Я так понимаю, что дьявол любит корыстных людей. Чем больше человек корыстен, тем дальше он от Бога. Дьявол любит корыстных людей. Так говорит Велини, спрашивает, да? Ну что ж, я постараюсь ответить. Любит ли дьявол корыстных людей? Ну, вы знаете, он вообще людей не любит, если честно сказать. Корысть – это один из инструментов, чтобы завладеть душой человека и управлять этим человеком, подчинить его, вот, на долг пустить, понимаете? Поэтому, в общем-то, дьявол не столько любит тех людей, сколько он управляет через этот инструмент подобными людьми. А вот вторая часть этого вопроса, чем больше человек корыстен и получается, тем дальше он от Бога, вы знаете, я бы не сказал так, потому что это все-таки, ну, неправильное суждение. Не обижайся, Велини, да? Смотри, что получается. Когда человек корыстен, значит, он ступил на тропу познания себя, развития себя. А раз он ступил на эту тропу, а все дороги ведут в Рим, то есть те дороги ведут к Богу, то он уже не дальше, а стал ближе к Богу, наоборот, понимаете? То есть теперь через освоение корысти, через возвратные удары, через огромные какие-то неурядицы в жизни, проблемы, он будет карабкаться, окровавленный весь в поту, да, в поте лица своего, к Богу, естественно, к Богу. Поэтому, в общем-то, эта часть вопроса немножечко неправильно была поставлена. Но я думаю, что Велини мог и специально ее сконструировать, вот эту фразу именно так, чтобы я поправил его. Если так, то я, в общем-то, выражаю благодарность Велинию, потому что через подобные инструменты, когда шиворот на выворот задается вопрос и к ответу относительно его, лучше запоминается материал. Так что получается, когда человек корыстен, он даже еще и ближе к Богу.
Слава Богу, что он хоть стал сегодня корыстным. А то он вообще никакой был, да? Ни рыба, ни мясо. Значит, завтра он будет уже умным. Вот так бы я ответил. Как научиться выявлять и замечать в себе корысть? Как научиться выявлять и замечать в себе корысть, спрашивает Велинин. Ну, в общем-то, прежде чем вообще чему-то научиться вот подобному, да, надо что? Научиться прежде всего отделяться от себя. То есть видеть свои деяния, поступки, замыслы, творения, так сказать, действия со стороны. А чтобы всему этому научиться, вот так, как я говорю, со стороны, для этого нужно жить не в пределах паласа человеческой логики. Вот человеческая логика, я называю паласом, да? А запаласье, когда человек за паласом находится, это уже другая логика, которая построена на базе полного непознанного сознания и на базе уже индивидуального развития магического мышления, которое способно управлять логикой палас. Я обычно говорю, человек человеком управлять не может, а только маг может управлять человеком. А маг обязательно живет хоть частично, в зависимости от уровня посвящения в маги, хоть частично живет за паласом, то есть за логикой привычной человеческой жизни. Как избавляться от корысти и правильно относиться к людям, предметам, событиям, чтобы ее не проявлять? Как избавляться от корысти? Как относиться правильно к людям, к событиям и вообще научиться ее не проявлять? Очень такой многогранный, сложный вопрос. И, честно говоря, если его в деталях объяснять, то огромное количество передач нужно будет посмотреть в аниме, записать мне. Поэтому, конечно, я прежде всего приглашаю на свои занятия, чтобы все эти подробности знать. Ну а здесь коротко могу кое-что пояснить для особо страждущих. Ну и чтобы как-то ответить все-таки на вопрос Велиния. Вот как относиться, да? Как относиться? Как выявлять? Значит, ну, во-первых, выявлять корысть, чтобы ее выявлять, нужно научиться отделяться от себя. На своих занятиях я объясняю, как это делать, как стать осознанным человеком, пройдя этапы посвящения определенные. Не те, которые я там кого-то, да, куда-то посвящаю, а вот человек по своему опыту, развиваясь, будет проходить эти этапы, они сами будут у него в жизни появляться. И прежде всего, вот всю логику земную, обычную, профанированную, для непосвященных людей, я называю образно паласом. Да? Вот на паласе живут люди. Земная обычная логика отношений человеческих. А за паласом живут маги, которые управляют логикой паласа. У магов своя логика, которая основана на энергии полного непознанного сознания. И вот чтобы увидеть, проявляешь ты корысть или нет, заметить в себе ее, да, то необходимо, что, ну, как минимум научиться хотя бы частично выходить за логику паласа, да, то есть стать хоть немножко посвященным человеком, магом, просвещенным, умным, да, знающим, имеющим инструменты, знания. Вот. Еще раз подчеркиваю, на занятиях я это все даю. Но я просто, видите, объясняю как бы шаблон, да, вот как это выглядит. То есть, когда человек умеет, другими словами, народным, если сказать, видеть себя со стороны, а вот логика запаласи – это видение, как люди живут, видение со стороны, как вот все люди на Земле живут, маги видят это со стороны. Со стороны своей логикой, но они еще могут управлять. Так вот, это раз, да, и когда ты отделился, ты видишь, ну вот, я же корыстен сейчас здесь, да, и все, понимаешь, что надо что? Остановить корысть. Поэтому ты можешь, раз ты увидел, можешь остановить ее, то есть не проявлять себя так, да. А раз ты ее остановил, значит что? Уже новая кармическая завязка не пришла, и так другие кармические завязки не приходят. А ты ретроспективно начинаешь вызывать в себе те случаи корысти, когда были у тебя по жизни, и тоже их чистить. И в конечном итоге, получается, новые корыстные случаи не приходят, а прежние ты почистил, и у тебя будет освобожденная свободная карма. Но это я коротко очень ответил, да? Но, а вот как относиться к предметам, там, событиям там, и так далее, к людям, некорыстно. Ну, понятно, ну, я уже немножко объяснял в других вопросах. Это должно быть действительно некорыстное отношение, понимаете? Когда ты отапливаешь улицу, как это делаю я многолетне, и тогда приходят совершенно другие возможности. В общем-то, я здесь
не ускользаю от ответа, честно говорю, Велине. Но скорее я просто стараюсь и зрителю, да, ответить и показать, и тебе, Велине, что надо тем, кто хочет услышать ответы на эти вопросы, все-таки прийти заниматься. Велине, конечно, задал этот вопрос, он занимался, он знает на него ответ. Он задал скорее, наверное, для телезрителей, те, которые должны услышать ответ. Он надеялся, что я здесь начну учить кого-то. Но, увы, Велине, я не могу в этой короткой передаче начать учить вот этим серьезнейшим вещам. Но коротко, шаблонно, вот я все-таки постарался ответить на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, как общаться с корыстными людьми? Ведь ими может оказаться практически любой человек из окружения. То есть и близкие, и родные, и знакомые, и друзья, и коллеги, бизнес-партнеры, возможно. Как общаться с корыстными людьми? Ну, в общем-то, общение с корыстными людьми предусматривает прежде всего состояние мира и добра. То есть, когда ты, человек, да, находишься в состоянии мира и добра, это огромная тема, которую я преподаю на первой ступени своего обучения, вот, то корыстный человек моментально, мало того, что способен увидеть себя, что он корыстный, это как минимум, да, но если даже не увидит, то он получит возвратный удар. То есть его тут же судьба как-то получит. Может быть, даже в вашем присутствии, скорее всего, так, если у вас хорошо наработан навык нахождения в состоянии мира и добра. Поэтому единственная защита от корысти – это состояние мира и добра. А если, конечно, в двух словах сказать, ну, вот самую банальность такую, да, вот прямо телезрителям, да, на уши быстренько. Ну, представьте себе, что вы дырка от бублика. Но если вы увидели, что он корыстный, вы дырка от бублика. И любые его корыстные энергии, проявления, слова задушевные, в кавычках так называемые, они все проходят насквозь вас и улетают непонятно куда. А куда? Естественно, бумерангом, возвратом к нему. Вот. Тому, кто проявляет эту корысть сейчас. То есть постарайтесь не напоминать ему, не показывать, что он корыстный, не указывать, не укорять его. А просто вот представьте себе, что вы дырка от бублика, и сквозь вас эти энергии проходят мимо. Но это в двух словах. Конечно же, это не то состояние мира добра, которое действительно работает. Ему я все-таки могу вас научить у себя на занятиях. Но все-таки я вот как-то постарался, да, ответить на этот вопрос. Но, конечно, не всегда применишь подобные знания, не всегда применишь эти знания для, скажем, тех же любимых, родных своих, близких, да, или бизнес-партнеров, потому что, ну, применишь, а проблемы окажутся в семье, то есть и на тебя отразятся, или проблемы окажутся и в фирме, а значит, на денежные твои вознаграждения и заработки тоже отразятся. Ну, то есть вот здесь, сами посудите, но если вы не будете применять в отношении таких людей состояние мира добра, то вы сами станете тогда, что сопутчиком этой корысти, и сами тоже получите все равно корыстные кармические завязки, которые все равно вас рано или поздно где-то по карме, по судьбе достанут. И могут достать еще и больше, чем вы даже думаете и получите сейчас. Почему? Потому что вы умышленно спрятались, как улитка, умышленно, да, отказали возможности развития этому человеку и не проявили состояние мира добра в адрес своего родственника, который проявляет корысть, или там бизнес-партнера. Корыстно же проявили, что ну как же родственник, чтобы на вас не отразилось, ну как же он, коллега по бизнесу, чтобы на вас не отразилось, на денежках, на прибылях ваших. То есть вы все равно по ушам получите, ну попозже, а может даже и не попозже, быстрее бывает. Ну так, уже с двойной силой, потому что умышленно это сделали. Поэтому все-таки идеальная дырка от бублика, а точнее это полноценное знание состояния мира и добра и его практика. Вот что могу ответить. Проблема воспитания, она всегда актуальна. Подскажите, пожалуйста, можете ли вы дать какие-то практические советы, как воспитывать в детях состояние бескорыстности? Вопрос непростой, как воспитывать в детях состояние бескорыстности. Очень непростой, потому что
тут и взрослому-то человеку очень много, да, нужно поработать, чтобы что-то научиться делать, а уж ребенку тем паче, вдвойне, так сказать. Но дело в том, что дети в основном, в подавляющем большинстве, в своем изначале очень эгоистичны, но из-за этого они и корыстны. То есть я бы сказал, что дети корыстны больше, чем взрослые, но корыстны по отношению к чему-то любимому, к тому, что вот прямо совсем они, да, очень этим дорожат. Ну, а по большому рассмотрению, но ведь и взрослые же так. Если взрослый, да, зарабатывает на мороженом, то естественно, что он будет корыстный именно в этом адресе, да. Ну, а с другой стороны, взрослый немножко умнее, он может быть корыстным и в другом, и в продаже стульев, да, которые он, может, и не любит даже. То есть вот дети наиболее выпукло показаны в своем развитии, что вот они корыстны только в любимом, в том, чем они дорожат, понимаете. А значит, очень выпукло развиваются, видно сразу наклонности ребенка. Вот для психологов сразу видно, в чем его корысть, в том его и направление развития, понимаете. Вот. Как воспитывать? Что, отнять корысть? Нет. Надо просто научить бескорыстному освоению предмета любимого. То есть надо научить ребеночка, человечка, да, видеть шире, чем он есть на этом свете. Что вот этот предмет, да, который он хочет освоить и корыстно держит эту игрушку, что она еще нравится вот девочке рядом, да, в детском саду на стульчике, которая сидит напротив него, да, вот, и еще мальчику может нравиться. И надо вот ему объяснить, что это же здорово, когда он будет познавать свою игрушку и в руках этой девочки, и в руках этого мальчика. Он почувствует, что у него душа теплится и радуется, что эта игрушка нравится и этому человеку, да, мальчику, и его другу, и этой девочке, и его подруге. То есть вот научить вот этому состоянию, чтобы ребеночек радовался, что его любимая вещь нравится еще и другим людям. И он получал, чтобы удовольствие от того, что те другие тоже могут пользоваться этой любимой для него вещью. Вот этому нужно учить детей. Естественно, сейчас в этой передаче все нюансы я не смогу разобрать. Приходите заниматься опять по-другому, я не могу сказать, да? Или читайте другие книги, если найдете такой материал, и вы обучитесь. Получается, что сегодняшние политики, они должны быть бескорыстными, в отличие от тех, которые и в Украине, и в России, и во множестве других стран мира. И я так полагаю, что если бы пришли к власти бескорыстные люди, множество проблем бы в мире устранилось. Все политики должны быть бескорыстными, и множество проблем бы устранилось, если бы они были бескорыстными. Да? Так Верини ставит вопрос ребром. В общем-то, трудно не согласиться. Трудно не согласиться. Конечно же, если бы все политики были на Земле бескорыстными, вот, да еще и абсолютно все, да, то Земля бы вообще уже процветала, ой-ой-ой, как. Но дело в том, что обычно политики являются отражением всего народа, да, и народ отражением этих политиков. Все взаимосвязано. И поэтому, чтобы политики такие появились, необходимо, чтобы на Земле появилась совершенно другая какая-то единая мораль. Вот. Определенная мораль. Вот в прошлой передаче, да, в прошлой передаче, я как раз об этом и говорил. В 24-й передаче, можете посмотреть, об этой морали, об этой религии новой, да? Вот. Тогда люди будут меняться, потому что абсолютная бескорысть, она либо есть везде, либо ее нет. А что значит везде? Вы скажете, а вот ты бескорыстно живешь, а она ж не везде. В моем мире она везде. Мои знания, вот обычно, все люди употребляют как народные. Они все думают, что это из народа пришло. То есть в основном это вот именно как народное воспринимается, понимаете? То есть я кую народные знания. Тихо так, шепотом, никто не знает. А я в мир выпускаю вот эти вот инструменты, понимаете, да? Но для хорошего. То есть моя корысть здесь никакая не корысть, абсолютно. Я меняю свою среду, мир, понимаете? И поэтому у меня, например, уже все бескорыстные люди, да, в моем мире. И чем больше в моем мире будет людей, тем больше они придут к власти потом и
станут вообще во всем социуме тоже жить бескорыстно остальные все люди, да? То есть, другими словами, получается, это хорошая черта, если все политики будут бескорыстны. Хорошая. И это со временем наступит. Обязательно. Но тогда, когда единое мировидение будет. Видение мироздания. Единая религия на Земле. И когда Земля станет единым целым организмом. Сознанием. Да? Когда наступит новая эра всемирного сознания. Нерс ТВ. Вы недавно выпустили передачу под названием «Пентакль кармы». Скажите, пожалуйста, можно ли очищаться перед этим символом от корысти? Интересный вопрос. Я выпустил передачу «Пентакль кармы» воли Всевышнего. И можно ли перед лицом этого пентакля очищаться от корысти? Велений, да, конечно. Конечно, можно. Но дело в том, что очищение перед пентаклем – это, в общем-то, тоже корысть. Потому что настоящее очищение – это когда человек не стоит перед Богом в страхе, да, и считает, что сейчас вот тот он расслабился в страхе, и Бог его простит, и все, он уже не корыстный, он хороший. А настоящее очищение – это осознанность. Ведь Христос как говорил? Мне не нужна вера слепая, мне нужна вера осознанная. Вот что говорил Христос. Вера осознанная. А осознанная вера, значит, понимает человек, что такое корысть, понимает, как он перестал ею пользоваться, для чего перестал пользоваться, и как он живет по-другому сейчас, кто он сейчас бескорыстный. То есть осознанность. А для осознанности необходимо что? Размышления, делать выводы, анализы. И так далее, и тому подобное. Конечно же, еще раз подчеркиваю, перед самим пентаклем тоже можно чиститься. Но проблема в том, что он будет чистить по-другому. Он будет наказывать. Пентакль кармы будет наказывать. То есть, это же карма, да? Он будет создавать разные проблемы в жизни, чтобы человек вдруг пришел к выводу, да? Опять же, к чему? К выводу, к осознанности. Понимаешь, Велини? То есть, да, можно очищаться. Но, то есть, этот пентакль будет ускорять процесс кармических наказаний для корыстного человека, и тем самым ускорять процесс прихода осознанности в человеке или к человеку. Да? Вот в каком смысле можно очищаться перед этим пентаклем.